прибыли. Джего уже скулит. Уже хочет выйти. Ja, habe ich doch gesagt. Aber zum Ausladen musste er hier. Ja, aber wo ist denn die Rezeption? Ja, weiß ich doch nicht. Vielleicht war da, wo der Park war? Parkplatz? Всем приветики, друзья! Прибыли на место. Через несколько дней у меня день рождения. А значит, что? Отличники знают. Значит, всегда выезжаем куда-нибудь Ингу на наши дни рождения. Дома не остаемся. Друг другу ничего не дарим на день рождения, но зато вот так вот отправляемся в путешествие. Хотя бы на несколько дней или на выходные, или вот как сейчас, в отпуск на неделю. Приехали на наше Балтийское море. Это, знаете, ну, деревушка называется Холмкирхен. Высокие церкви в переводе. И это недалеко от города Висма, кто в Германии знает. Да, приехали на неделю, сняли домик. Ну и сейчас Инго пошел на рецепцию взять ключи, уже заехали, закупились, сижу, тут у меня сумки даже на коленях. Все потом, конечно же, вам покажу. Погодка чудесная. Ну, завтра только один день вроде бы дождик обещали, а потом остальные дни должно быть солнечно. Ну, вот так вот. Конечно, принц наш тоже с нами. Чинго! Епиний! Смотрит, куда Инго пошел. Ну да, домики уже видели, да, снаружи. Ну, все вам, конечно же, покажу обзор. Ну и сейчас ключи возьмем, распакуемся. И, конечно же, на прогулку на море. Хоть в этом году не купались, но дважды на море побывали. Да, Крита не хватило, конечно же, в этом году. Но ничего страшного, зато в Норвегии побывали, по морю прокатились, море видели. И сейчас наше Балтийское. Да, вот такие дела, мои дорогие. Не переключайтесь, еще вам засниму обзорчик. Вот здесь стоим, ждем, пока Инго ключи возьмет. Вообще-то с 4 часов, ну а сейчас время 2 часа дня. Надеюсь, что уже дадут ключи, чтобы нам уже заселиться. На улице ветерок. Как и обещала, друзья, обзорчик. Такой здесь вход сразу. Здесь кухня. Все такое современное, новенькое, чистенькое. Тут такая барная стойка. Для Джего даже приготовили шкафы. Ну, это все потом подробно вам покажу. Вот такая вот обеденная зона. Очень красивый стиль. Прям мне нравится, так много места, свободно. На улицу выход. На террасу и зелень вокруг. Тут эти имеются для стульев на улицу, подушечки. Это гостиная сразу, смотрите, как классненько, да? Телевизор большой, диванчик, все уютненько. Этот под цвет полу. Здесь спальня одна, две спальни. Также тоже выход на террасу отсюда. Ничего лишнего, все как мы любим. Шкафчики. Ага, такие вешать. А здесь с полками. Здесь ванная комната. Гляньте, какой душ. Вдвоем даже можно. Места много, большущий. Две раковины имеется. Я.
Ой, лохматый ветер на улице. Ну, ничего страшного. Кто не может стоять, может сидя. Это вторая спальня. Еще не знаю, какую мы возьмем. Надо будет подумать. Ну и также тут шкафы. Очень нам понравилось. Ну, мы и смотрели это, конечно, да, уже по интернету выбирали. Потому что любим такой вот современный стиль. Да? А тут сразу опять выходим. По кругу, короче, можно тут ходить. Прихожка. Тайгужа наши вещи занес. Здесь вот такая рабочая зона с креслом. Зеркало. А здесь еще такой гостевой туалет. Нет, не тут. А где свет-то? Вот здесь. Пока найду. Вот нашла. Здесь гостевой туалет. Тоже такое большое зеркало, раковина. И даже фен есть. И здесь и там, наверное, туалет и стиральная машина. О, пылесос. Это самое хорошее, чтобы можно было пропылесосить. Ну и это метелка, сушилка. Здесь шкаф, утюг. Ага, тоже есть. И гладильная доска. Вот такие апартаменты. Даже не апартаменты, а домик это. Будем сейчас располагаться и на прогулку бегом-бегом. Видите, сколько шмутья. Все понаставили. Ну, все же с собой берем. И специи, и все. Инго здесь остановился. Здесь, ну, останавливаться нельзя, только для разгрузки. Сейчас все выгрузит и поедет машину на парковку, там, где рецепция вам показывала, там ее оставит. Вот такие тут домики. Очень-очень светло, красиво. Вот так вот летом, если хорошая погода, на террасе посидеть. Милое дело. Лампы такие интересные. Угу. Красота. Но я... Besser warm als zu kalt. Это мне это zu warm, ja. Ich muss erstmal durchlüften. Ingo говорит, жарко ему здесь. Aber für mich ist ja gut. Ja, natürlich. Для меня комфортно. Ja, sein Bett wahrscheinlich hier, wa? Oder was? Ja, ach, ja, müssen wir gucken, erstmal, welches Schlafzimmer wir nehmen. Ne? Na, ich denke, man wird mal hier hinten. Ja? Oder das andere? Da ist ja mehr Licht. Naja, immer sehen, ja. Короче, располагаемся. Надженго, gefällt dir dein Domizil? Спрашиваю, говорю, тебе нравится? Ты мой хороший. Сейчас пойдем на прогулку. Пойдем, пойдем. Ему же охота. Ну, хотя останавливались, Инго с ним ходил, но уже же ему теперь интересно тоже в новом месте. Смотрите, у меня какой чемоданчик. Позитивный. И здесь тоже, ну, уже стерлась улыбочка. Зато, видите, удобный этот чемодан. Ему, наверное, уже сколько? Больше 10 лет. И он неубиваемый, хоть бы что ему. Ну, и стоил, конечно же, по-моему, около 100 евро. Я платила 80 или 100. Ну, такой и сразу узнаваемый. Везде я его вижу в аэропорту, когда... Ну, получаем багаж. И вот качественный, и вместительный очень. О, несколько курток моих. О, тут мы на неделю приехали. Представляете, сколько манатков. Это сейчас в холодильник первым делом загружу. Обзор покупочек, друзья. Распаковала, потом вспомнила, что хотела же вам показать, что купила. Вот такие вот томаты.
купила, ну, в этой, в дозе, кукуруза. Буду чили конкана варить. И эту красную фасоль. И рис. Ну, такой не люблю в пакетиках. Ну, не было другого в походных условиях. И так сойдет. Маги. Это у нас такие специи. Здесь купила тимьян и орегано. Ну, не все с собой взяла специи. Инго вкусняшки. Вот такие вот люблю. Уже вам показывала. Печенюшки не всегда бывают такие. Это Инго любит. Ну, такие кислые конфеты. Себе два протеиновых батончика. От Линд шоколадные. Ну, такие, не всякие сорта вафли. Это в основном все для Инго. Я сладкая же, как вам сказала, да. Раз в неделю маленький кусочек себе разрешаю только. Это марципановые вот такие вот круглые. Как их назвать-то? Таля. Не знаю. Короче, ну вы поняли по-русски. Это мармелад. Хочу попробовать. И банановые тоже. Мармелад. Да я уже в шкаф сюда поставила. Вот такусенькую тыквочку купила. Ну, за 1 евро, да? Почему бы не купить? И вот такой вот грибочек за 3 евро. Ну, поставлю декорацию. Эти свечки купила. Вот такую вот сумку. 7 евро. Ну, удобная. Из, ну, как он называет, войлочная эта ткань. Кениса да слейм. Наслаждайся жизнью. Понравилась такая мне голубенькая. Люблю. Она такая, знаете, вместительная. Ну, квадратная. А тут у меня чек. Я вам покажу потом. Еще в холодильник кое-что положила. Так, что тут? Вино купила, био рислинг, ну такое полусухое, это Инго с собой взял, эти себе купил, крой-то, травяной ликерчик, сюда уже загрузила, так, кое-что мы из дома привезли, этот купила, ну такой вишневый со штройзелем пирог. Инго же кричит, всегда ему кухонь надо. Потом купила фарш для чили конкана. У меня такой не смешанный, говяжий, 500 грамм. Ну и все, это все из дома привезли. Морозилка тоже имеется, это Дженго, его вкусняшки. Ох, трокен футамиткин? Да, конечно. Просто. Просто. На здоровье. Я говорю, Дженген корм взял сухой еще, да, говорит. И за все заплатили 75 евро 86 центов. Вам, наверное, тут плохо видно свет. Закупались в магазине Норма. Ну, у нас тоже в Берлине есть, но поблизости нигде нету. Ну, такой типа тоже Лиделя по ценам схожий. Вот такая была закупочка. Дальше распаковываю все. Пока все распакуешь, пока все посмотришь, но потом вам в шкафах еще покажу, где что лежит. Может, кому интересно. А сейчас самым первым делом продукты, ну а потом уже чемоданы. Стена террасы вышла. Ой, не холодно. Солнышко. Да, сейчас распакуюсь до конца и пойдем с вами к морюшку сходим. Прекрасно. Терраска. Дерево тут. Ну и, наверное, же и гриль имеется. Угу. Ну вот так. Распаковываемся дальше. Для нас вот это было бы прекрасно. Для нас двоих, троих, вернее, Дженко же с нами еще. Красота. Кухня такая просторная. Наконец-то разложила все по своим местам. Теперь чисто, аккуратно. Тут Дженго, его уголок, там его корм, все. На вешалку все повесила. А здесь декорация. Ну, постель пока сюда положили, посмотрим. Может, даже и в тот угол, как будет спать. Открыла шторы. Мне надо видеть природу.
Потому что если есть такая возможность, да, зачем зашторенные окна? Ну вот так, с улыбочкой вам. Все, разложила по местам. Сейчас еще чуть-чуть и пойдем гулять. А бадекюшенка с лаутаски гет? Я студент брум? Дох, ты шон, я холодильник немного громко. Ну вот так, сейчас хоть на 5 минут. О, присяду. О, какая прелесть, правда? Ну да, обнимашки сегодня недополучил, так сразу ко мне. Чуть-чуть еще посидим и пойдем гулять, да? Ты мой хороший, освоился. Bist du endlich angekommen, Prinz? Да, прогуляемся. Потом надо на ужин что-то приготовить. Я. Да, этот подушки, говорит, наверху лежат. Но это для улицы. Здесь вот такие кругленькие лежат. Вот такие войлочные. Солнышко то появляется, то уходит. А, смотрите, какая картинка прелестная, правда? Красота. Вышли с Дженго на прогулку. Прогуляемся. Много тут с собаками. So viele mit den Hunden, ne? Ja. Ну, потому что прекрасное тут место. Да, прогуляемся к морю. Даже пляж для собак здесь есть. Здесь, конечно же, прохладненько. Ну, потому что ветерок, наверное, поэтому надо было шапку одеть. Не подумала. Ну, ладно, ничего страшного. Сегодня так. Прическа сломается. Ксения уже яблочко нашла. Последнее с дерева сняла. Здесь ресторан. Можно заказать себе что-нибудь. И потом забрать, да? Или здесь поужинать. А, он кафе. Ага. Ресторан и кафе. Кафешка. Ну да, и на улице можно посидеть, если прекрасная погода. Шиповник еще цветет. Ну вот и морюшка. Буквально прошлись, видите, вот 100 метров. И уже у моря. Ну, Джинго теперь новые запахи. Прям бегает. Морюшка. Ну, Иго говорит, давай, говорит, помедленнее на Джинго. Несется же, как угорелый. Ну, вот такие вот у нас всегда, уже вам показывала, да, на Балтийском море. Стоят такие вот корзинки, и можно... Все, сдурел ребенок. Можно в аренду взять или на час, или на весь день. Вот, видите, тут написано или на 4 часа, или на 1 день, или на 3 дня. Можете арендовать и вот так сидеть, загорать. Ну, летом, конечно, не сейчас. Загорать и наслаждаться морюшком. А, вот оно. Сейчас поближе подойду. Komm, gut, hopp. Sehr schön.
Guck hinterher. Das habe ich jetzt zurück nicht gesehen. Ja. Нам уже так не перепрыгнуть. Мы können schon so nicht. Ну, Джейнго kann noch. Там вот это вот, я не знаю, вам видно или нет. Вот это вот белое, это лебеди. Столько много лебедей. И уточки там, вижу, плавают. Красота, правда? Ну, вот так вот по побережью гулять и гулять. Ну, конечно, не только буду вас морем, да, радовать. И уже маршруты всякие посмотрел. Будем, конечно же, топать. Ну, вам, конечно, буду все самое лучшее показывать. И не все. Отдых должен быть полноценным отдыхом. Ну, какие-то эпизоды, конечно же, буду вам показывать. Красота. Ну, здесь, когда ветра нету, тогда лучше. А так надо шапку одевать. Хорошо, что взяла и шарфы, и шапки, все. Даже колготки, представляете, теплые. Потому что возле воды бывает прохладненько. Не бывает, оно так и есть. Все ж таки осень же. Гуляем, наслаждаемся природой. Ну и да, шафта нет. Инго говорит, может, перепрыгнет. Я говорю, думаю, что нет. Молодец. Мальчик, молодец. Да. А, сразу вкусняшку за это получит. И побежал. Инга смеется. Говорит, Джейнго попробовал воду. И сразу головой замотал. Он думал, как в озере. А, это ж соленая. Ты мой хороший. В отпуск приехал. 2 дня рождения за одну. И у Джейнго, и у Инго. У них всего неделя разницы. Цурик? Я. Инго говорит, будем возвращаться, что там уже наверх не поднимешься. Ну, там что-то видно, типа заката, ну, мало. А здесь такой обрывчик. Прям корни деревьев свисают. И дырочки. Интересно. Такой. А тут пещера. Guck mal, das ist ja hier Eingang. Hast gesehen? Сейчас заглянем с вами. Мне ж надо везде заглянуть. А, ну тут такое. Чуть-чуть типа пещерки, да. Просто такое выпуклое место. Thank you.
Нагулялись, жарю картошечку нам на ужин. Ну и Иго две сосиски его любит. И яйца пожарю. И такой у нас будет быстрый ужин сегодня. Джейку нюхает. Ну да, нету здесь для него ограничений. Вот такой вот сообразила ужин сегодня. Ну и салатик же этот в прошлом видео с вами готовили из свеклы. Кто не смотрел, еще обязательно посмотрите и попробуйте. Очень вкусный салат. Ну и будем ужинать. Это мне одно яйцо. Ему еще одно может съест, а может нет. Так завтра. Ну, приятного нам аппетита. Обнимашки. Ждал, когда поужинаем, улегся тут со мной. Поластиться ему надо. Мой хороший, набегался сегодня. Ну, на этом все, дорогие друзья. Прощаюсь с вами до следующего влога. Всем пока-пока.